После недавних заявлений Пашиняна о том, что Армения будет пользоваться там транспортными путями, железнодорожными путями, и в том числе по территории Азербайджана и так далее, ну, что говорит о налаживании отношений, таком поэтапном отношении между Арменией и Азербайджаном, большая часть армянского общества, националистически настроенного, там представители партий, вылились на улицы. Весь сегмент интернета полон многотысячной толпой, чуть ли не факельное шествие, которое идет, скандирует. Ну ладно, там Пашинян плохой. Но основные лозунги я лично слышал и видел в этом в интернете. Россия плохая, Путин плохой, оскорбление нашего президента. Это кто оскорбляет-то? Это вы, которых мы вас спасаем все время, защищаем. Это что такое? Я предлагаю как бы российским властям, которые, кстати, достаточно жестко поступают с теми, кто оскорбляет президента и государство, по крайней мере, у себя, у нас в России, это может и правильно, это, конечно, там бывают перегибы где-то, но в принципе это правильно. Вот. Поступить так же, посмотреть, кто из этих тысяч кричал плохо, а там все кричали. Оценить. Ведь очевидно, что они сейчас покричат, а потом поедут в плохую Россию к родственникам. Зарабатывать деньги. Здесь будут сидеть тихо. Там они кричат. Сюда приедут, будут работать. Россия хорошая. Так может быть, принять жесткие меры. Не пущать, не пустить, вычислить всех тех, кто кричал, их не пускать, их родственников не пускать. И пускай они восстанавливают там Великую Армению, воюют с Пашиняном. Сколько их там осталось? Чуть меньше 2 миллионов населения. Все бегут в Россию в основном. И вот тут же находятся тысячи, которые кричат: «Путин плохой», «Русские плохие», «Россия плохая». Может, хватит? Может, хватит церемониться с подобными персонами? Ограничить их права во въезд в Российскую Федерацию. Ограничить права их родственникам во въезд в Российскую Федерацию. Ведь это же они муссируют в семьях. Это вот они приедут сюда и, как только, может быть, увидят волну какую-то, и присоединятся к тому, что Россия плохая, Путин плохой. Предлагаю ограничить въезд в Российскую Федерацию всем тем, кто там кричал и кричит: Путин плохой, Россия плохая. А между тем Российская Федерация будет продолжать определенные дипломатические шаги по окончательному урегулированию Карабахского конфликта. То есть подписание мирного договора Армения и Азербайджан уже не за горами. Я в этом уверен. И наступит мир и жвачка. Конечно, для тех, кто этого хочет.